Вот сегодня 8 июня 2019 года, суббота. Благополучно прибыли мы сюда. Теряем. Вот я стою около Федора Голубятина номер один. Вот ветерок дует тут. Это вот где Володя. Там Голубятина вторая. Вторая там. Показать внизу вот это отверстие. Левое. Это литок. Сейчас посмотрим, как привезли муку. Больше ничего не смогли захватить. Ограда пошатнувшаяся. Ну, не от лени, а то, что гнилье все. Вот сейчас мы идем на эту территорию, заходим. И вон уже, видать, шофер стоит. Вот, разгружать будут длинные машины. Сейчас они его разгрузят. Вот тут трава хорошая, этот участок наш. Вот с этой стороны еще не видели. Это вот наша голубятня. Это мой домик. Вот он где. Ну, это дальше тут все такое. Теплица, все самими делано. А это куда подошли? Это балерина называется. Аббревиатура балерина — башня, летняя резиденция Игнатия Начальника. Это тестомес. Это склады. Вот видать где. Вот эти провода идут. Это в лагерь. Вот оно видно где здесь. На одном из столбов видно было, я сидел, вот эти провода привязывал. Натягивал. Вот эта машина. Теперь будут разгружать. Машина. Не знаю, какая она, как газель похожа. Все, можно на палатку разгрузить, а потом да, поднять. Давай, еще Володя пошел-то, зачем? Там хотел подставочку найти, как можно было выше. А лестницу? А, подставку. Подставка, вот видите, это мука привезенная. Это Господь так сделал, чтобы у нас все было. Приезжают люди, что осенью остается, мы раздаем. Вот видишь, шофер. Володя там самодельную табуреточку, треножик готовит поднять. О. Это Глушков рядом. Галя тут, хозяйка у него была, мастериса, все у нее росло. А это вот лабус называется. Железный стоит. Только бы не завалилось его. Ну, пока Бог милует, стоит. Долазят, чтобы они не могли попасть. Попадает все равно как-то со снега. Так, а зачем это сюда? Масло-то зачем сюда? Туда масло. Подождите, масло туда повезем. Масло-то зачем тут оно нужно? Оно там. С той стороны подать опять назад. Я смотрел. Обратно. Вы неправильно все делаете. Там пыли надо сразу выгружать. А? Неправильно вы все делаете. Почему? Ну там были, надо было выгрузить. Ну они под мешками были. Какими мешками? Они вот отдельно стоят. Ну я не видел. Я посмотрел, не видно. Может, могли разрушить. Я не видел, виноват. Бардак у вас, нет порядка? Да ну, у нее же не бардак там, не. Да рядом вот она, сейчас разгрузим и все. Там приготовили. Надо все правильно делать. Завтрак сейчас приготовили. Нет, спасибо. Нет, обязательно. Ну ждали, приготовили, говорит, хороший завтрак, пожалуйста. Так привезли хорошо, и не просто же было. У нее низкая посадка, да еще давила. Это не бардак, это не видно было. Все правильно положили. Я не заметил. Я думал, что завалено.
Грузили-то без меня. Ну это туда же. Это лапша такая. А это еще за что тут? Посмотри. Кто-то тоже хлеб туда, хлеб. Уже булочки свали там. И вон тот захватить надо. Володя, вон тот мешочек заложите. Это мы разделили, кажется, пополам. Пшенка. Пшенки-то вообще нету. Поставьте. Вот. Ну я тогда поехал с ним, и там мы это все вывалим. Так, я там. А вы поднимете? Да. Двое или помочь тут потом подойти? Не, у нас четверо. Ну ладно. Спортсмены все.